простите, зрители. Сегодня вы в новостях Белрус ТВ. Я вам расскажу о вот спорте в новостях. Я в простых новостях, что происходило. К тому же сейчас спорт новости. Вы все знаете Asian World Cup. И в марте 9 был победитель. И это Иран. Иран победил Узбекистан. Он победил Netherlands. Он победил Австралию. Он победил всех в Asian World Cup. И тому же теперь обычные новости. Равшан Султан Мухамедов из семьи Дебехрус Ясмина, Надыр Умида, Султан Мухамедов получил $10,000 из Америки. И Мэрилин Арапасанс переезжает в другой дом. И это все на наших коротких новостях. Хочу, чтобы у вас были самые лучшие Spring Break.